Всем привет, меня зовут Сергей Куньков, это отзыв на наставничество Макса Белоусова. Оставляю добровольно, никто меня не просил, уже прошло мое наставничество, как бы поутихли эмоции, прикинул, что в сухом остатке, записываю отзыв. И сразу говорю, я почти 7 лет в маркетинге, то есть словами там CTR, какая-то там вовлеченность, ROI и так далее, меня не испугаешь, я все это прекрасно и хорошо понимаю. Мне вообще казалось, что я супер классный в маркетинге, пока не пообщался с Максом. В общем, наставничество, как он везде пишет, делится условно на там, несколько сегментов. В моем случае преобладала психология. Это самая западающая сфера в моей жизни, так скажем, в моих сегментах. Вот, соответственно, Макс много времени бомбил по психологической части, потому что я уже там лет 6-7 задротничаю в маркетинге, в интернет-маркетинге, изучил просто дофига всего. В отдельных сферах я дошел до профессионального уровня, там это как бы очевидные всякие факты, но доход мой пропорционально моему профессионализму не рос. Соответственно, мы нашли почему, очень много всяких штук с Максом накопали касательно на стыке психологии и деньги, нашли, что, ну, я, например, лично отыгрывал свою важность, там, значимость перед своими клиентами. То есть я с ними игрался в игрушки, мысли, чтобы строить систему, которая будет привлекать мне деньги, то есть генерить деньги, то есть бизнес строить, в моей голове даже и не возникало. Я потом это осознал уже, когда мы с Максом там, на втором уже, по-моему, созвоне распечатали, раскрыли все, что, ну, как бы там у меня в голове условно, по моим убеждениям, я понял, что, блин, то тут вообще нет места зарабатывания денег, а есть только какие-то отыгрывания сценариев. Вот. Соответственно, это первый момент, что по психологии он конкретно вас качнет. 100% я в этом даже не сомневаюсь. У меня у самого есть кое-какое психологическое образование. То есть я прям курсы проходил, ездил, обучался психологии, там, всяким разным человеческим затыком, так скажем, без мата, психосоматики и так далее. Но Макс мощный, и я увидел это, ну, как бы, на своем опыте. Именно в психологии. В маркетинге еще мощнее. Вот, соответственно, дальше я получил, я просто буду говорить, что в сухом остатке я получил несколько новых услуг, основанных на моей деятельности. Мы с Максом придумали услуги, на которых я буду зарабатывать раза в три, наверное, больше. Ну, то есть у меня есть примерно услуга со средним чеком полтинник, я нашел услугу со средним чеком 200. И мне кажется, 200 – это только начало. Потому что там такая услуга, которая вот только на стартовый ценник, ну, годится там 150-200 тысяч за эту услугу. Дальше я думаю, что я буду ее растить. Там, может быть, даже примерно до 500. Спрос на эту услугу есть. Я, в принципе, в таком ключе только бесплатно и кусками помогал людям. В общем, еще один инсайт по наставничеству с Максом. Мы накопали многие вещи, которые мне нравится делать, и поэтому я как бы сам к людям шел, грубо говоря, навязывался и делал бесплатно те вещи, за которые, оказывается, если эту услугу упаковать комплексно, подать ее, то она стоит несколько сотен тысяч рублей. Это в маркетинге, в системном там, продвижении всяких бизнесов, в увеличении прибыли, в найме всяких разных маркетологов и так далее. То есть в этом всем я соображаю. И многие вещи делал людям бесплатно. Там, например, в проджектил какое-нибудь внедрение сквозной аналитики. Ну, это там ряд специалистов. Проджектил несколько десятков созданий сайтов всяких разных. То есть многие вещи, цепочки какие-то целые, я замыкал, держал на себе бесплатно. Ну, это как бы, может быть, для вас будет нюансиком таким. Ну, вот бывает и такое, что делаешь вещи, которые, за которые людям 150-200 тысяч платят, я делал по фану бесплатно. То есть это нюанс, что, точнее, инсайт, что не нужно такой фигней заниматься. Кажется банальный, но вот такие затыки в мозге висят. Дальше. Мы с Максом разобрали как раз-таки от этих услуг цепочку привлечение клиентов на них, то есть сначала сформулировали услуги на базе того, что у меня есть в экспертности, и потом он рассказал, ну, помог мне, как эти услуги продавать. Вот сейчас я как раз
нахожусь на том этапе, что я готовлю вот эту вот тропинку, что ли, к своим новым услугам. Рекламу там, всякие разные штуки. Дальше, что еще? Он мне показал другой уровень. Ну, то есть Макс – это такой проводник для маркетологов, наверное, которые там до 300, до 500 тысяч рублей в месяц, от нуля, наверное, даже. Макс – проводник на такой level up, короче. Соответственно, я получил такие инсайты, за которые я бы очень много времени бы заплатил, и я думаю, что немало денег. Потому что, когда я сказал Максу, что у меня есть, какие у меня проблемы с клиентами за 100-200 тысяч рублей, он сказал: Сергей, за 500 или миллион это те же самые проблемы. Ну, то есть, когда мы в маркетинге закрываем клиента на 500 тысяч или нулям, там точно такой же геморрой, как и с клиентом за сотку, за две. Я думал, я дорасту в клиентах до чека 500 миллион, мои проблемы закончатся. Типа я там с низкого уровня подрасту на высокий, все будет классно. Оказывается, это не так. Вот. Ну, по крайней мере, Макс говорил свой опыт и рассказывал реальные примеры, кейсы. Я не хочу, послушав его, и причем у меня сейчас ровно так же, как он показывает на более таком высоком уровне в маркетинговом агентстве. Я не хочу экспериментировать, тратить несколько лет своего времени, идти к этим клиентам там, за 500 тысяч, за миллион там, средний чек, и втыкаться в те же проблемы. Я решил поменять вектор своего развития на базе, опять же, маркетинга и заниматься более интересными для меня услугами, тем более, что мы накопали крутейшие услуги, и реально на них есть спрос. Я уже двоих людей из маркетинга взял в комплексное продвижение, что-то типа тоже наставничество, только в другом ключе, там по маркетингу, по привлечению на себя клиентов. То есть я более молодому, подрастающему поколению рассказываю, как не надо, я не знаю, продвигать себя или на какие грабли с клиентами нужно наступать. Вот, поэтому ребятам это очень сильно откликается, помимо самих инструментов маркетинга, которым я обучаю. Я еще начал качать им продажи, тоже мышление и так далее. То есть уже у меня есть два человека. Эти люди появились, вот, пока я проходил наставничество. Так, что еще? Психологию рассказал, то, что по маркетингу точно поможет, рассказал. В принципе, с Максом получилось систематизировать как-то приоритеты, что ли, цели по своей жизни. Ну, то есть он реально мочит, как такой, не знаю, бульдозер с пулеметом. Вот он таранит и фигачит по всем направлениям. То есть реально вот как-то так. И плюс еще проводник. То есть он показывает, что есть выше, что на уровне выше меня ждет. Потому что есть опыт, человек зарабатывает больше меня именно в маркетинге на данный момент. И с высоты своего опыта многие вещи рассказывают. То есть это очень круто получать инсайдерскую информацию от человека, который прошел уже тот путь, на середине которого, например, я сейчас стою. То есть однозначно это стоит практически любых денег в пределах разумного. То есть сотен тысяч рублей это однозначно стоит, это наставничество, потому что оно экономит, ну, мне лично, наверное, года три времени. Посмотрим, я запишу где-нибудь через 3-6 месяцев отзыв, как я вообще внедрил эти услуги. Если я их внедрю по плану, как мы с Максом проработали, то это будет увеличение дохода, наверное, x3 примерно. Но у меня оно и так не маленькое, то есть несколько соток я зарабатываю в месяц. Вот, соответственно, по психологии тотальнейшее переосмысление своей жизни, не только деятельности. То есть я понял, как бы, в какие роли игры я играю с клиентами, и эти игры прекратились, и клиенты, кто-то отвалился, кстати, пару клиентов, а кто-то принял правила игры, короче, новые. Вот, соответственно, сейчас с клиентами я не играю в какие-то там кошки-мышки, и мы друг друга эмоционально не трогаем. То есть у нас все в поле работы конкретно по нашим проектам. Ну, то есть, если есть какие-то проблемы, мы их обсуждаем, решаем. Если нет проблем, никто никому голову не греет. Ну, типа там, знаете, на ровном месте объясните, что такое цена клика. Я просто профессионал в контекстной рекламе. В Яндекс.Директе у меня там уже больше 500 проектов за спиной. И, соответственно, как бы я могу эти всякие приколы клиентские выдавать просто сутками. То есть у меня там звонков нет, у меня клиентов нет, какая цена клика, сколько я буду завтра тратить денег. Ну, то есть вот такие вот, знаете, вопросы
у моих клиентов теперь таких вопросов нет. Не то чтобы это чисто наставничество Макса, я сам стремился всегда таких мозгоклюев скинуть. Макс просто объяснил, что, ну, как бы схему, по которой такие мозгоклюи клиенты налипают на специалисты, на маркетолога. И то есть я сейчас четко себе понимаю, там архетипы затрагивали, вот в этом всем Максу нравится вариться, и это очень продуктивно все получается. И то есть в целом как-то так. То есть мы поработали по психологии, я нашел себе более комфортные услуги, которые сейчас буду продвигать. В целом подразобрался со своей, со своими приоритетами, что ли, по жизни, в работе и так вокруг. Поэтому попробуйте, 100% вам понравится, человек 40 у него уже прошли это наставничество, личная работа ограничивает вас от того, что вас там оставят без внимания, неправильно поймут, не дадут вам, не додадут что-то, останется только внедрять и получать результаты. Все, спасибо.